сочинялась она в полном, как все остальные, впрочем, пьесы, в полной тишине, без инструмента, потому что он не мог пользоваться инструментом, чтобы не беспокоить больного отца. То есть это работа только внутреннего слуха 8-летнего ребенка. Вот оцените, как он пользуется модуляциями, как у него вот рефрен в мажоре, эпизоды в миноре в этом роде звучат, как он подражает охотничьему рожку, перекличивает охотничьих рожков, такой модный вот в 18 веке. Пьеса 8-летнего мальчика, ну, это вам будет легче сделать, потому что исполнить ее, ну, практически вот такой же мальчик, мальчик такого же возраста, Егор Путилин. Ронда, ре мажор. Пьеса 8-летнего Моцарта.